Пасхалия. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое Пасхалия? Пасхалия – это система расчета, позволяющая по специальным таблицам, определяющим взаимосвязь большого количества календарно-астрономических величин, определить даты празднования Пасхи и приходящих церковных праздников для любого заданного года. Таким образом, день празднования Пасхи оказывается в пределах 35 дней от 4 апреля до 8 мая нового стиля. Таблица Пасхалии с уже вычисленными днями помещается в церковных книгах и календарях. Русская православная церковь для вычисления даты празднования Пасхи и приходящих праздников пользуется традиционным юлианским календарем, созданным еще при Юлии Цезаре в 45 году до нашей эры, который еще называют старым стилем. Западные христиане пользуются григорианским календарем, введенным в 1582 году римским папой Григорием XIII. Он обычно именуется новым стилем. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!